Земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли. Как отметил глава государства в своем послании народу Казахстана, если землю приватизировали с нарушением закона и при этом не используют, то ее должны возвратить государству. Более 2000 случаев незаконного предоставления сельхозугодий местными исполнительными органами выявила комиссия. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре, отметил Касым Жумарт Токаев. Разрушать действующее производство нельзя только при случае добросовестного землепользования. В расчет возьмут также работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости жителей населенных пунктов. В нашей области одна из сложных проблем – это вопрос земли. Многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, которая приносит им прибыль. Но при этом на деле никаких работ не производится. В районах Шалакына, Айртауском и других этот вопрос остается актуальным. В 1990-х годах раздавали паи. Сейчас такого нет. Это нужно обратно вернуть.